Всем привет! Сегодня послушаю команду А и Моргенштерн, которого я не очень люблю. Вот, ну, в общем-то, были у него песенки неплохие. Вот, и сегодня чуть-чуть табака. К табаку отношусь отрицательно, но, может быть, в песне он и сойдет. Чтабака, чнариман, чтабака, чнариман, чтабака, чнариман, чуть нариман, чтабака, чтабака, чуть нариман, чтабака. Да сколько можно просить спеть эту песню? Старо, прикинь, ты был бы рэпером. Да сколько мне, бля, лет, чтобы я такой хуйней занимался? Да, пацаны, прикинь, мы все были рэперами. Изи, изи, блядь, 5 минут, пацаны, дайте. Я впервые на бите и сразу первый на битах. Здесь команда, а ты знаешь, не сдаем назад. Не забудь своих кумиров, те, что были до меня. Я ебал свою ТТ, теперь я разъебу тебя. Что это такое? Пародийный, видимо, клип. Как я самый взрослый дядя в этой молодой игре. Ебать, я элегантный из пеленок на иксе. Они хотят мой дым, я забиваю до краев. Она еще не знает мой секретный табачок. Ты еще не понял, кто на связи, малышок. И мы рискуем жизнью, чтобы подарить вам шоу. Ютуб это кальяны, чаша доверху полна. Дядя, дядя, на ремонт, добавь немного табака. Почему где Моргенштерн, так сразу это самое, девчонки голые и вот все про это дело. Эй, на связи Уфа, вечер, Димэй, пишет у нас за то время забыть, что было до нас, это новый левел. Ничего серьезного, понимаете? New wave, время понять, кто батя в игре. Бить, это new school, это new wave. Пошли сала, ведь я новая дверь. Это пинтон, греки на бой. Ебал свой вейху, дети на стол. Но все ваши трю, это лютый позор. Тут много пиздец, тебе в руки пузон. Вот черт, мы заведем любой мотор. Это тиммейт, культур, террор. Мы соберем твоих сестер. Мы выбираем сучи, будто кастинг шоу. Танцаем, бросим тебя в яму в наших венах. Когда я вижу, вот, знаете, вот когда поют эти слова, и девчонки там прыгают, скачут, мне вот кажется, что они такие унижают себя. Но это я опять не про песню, я потом скажу про песню. Я сразу отношение свое на это дело. Команда А мне больше зашла, чем Моргенштерн в этой ситуации. Они так немножко скрасили картинку своими симпатичными лицами. Вот. Ну и музыка была неплохая, неплохая, слова не очень. Вот. Отдельные. То есть даже вот этот припев про табака, он был неплох. А вот когда там дело про девок пошло, которые там опять... непотребного вида, то вот это мне, ну вот я всегда говорю, что мне это не нравится. Вот, и в этот раз мне тоже не понравилось. Вот. Но в целом, если бы не команда А, Моргенштерн опять бы просел в моих глазах. А так он где-то там висел между командой А и девчонками, мотал своей головой с косичками и был, в общем-то, в пределе. Поэтому
нравится, слушайте.